Всем доброе утро. Сейчас на часах 7:50, 7:55. Я сегодня проспала, я должна была встать в 7, вот, и проспала, в общем, встала где-то в 7:45, а мне в 8 нужно уже быть на, ну, не на остановке, а рядышком, там, где мы с Надей встречаемся. Короче, сегодня первый влогмас. Я безумно этого ждала. Просто вот вы не знаете, насколько я этого ждала. Сейчас я просто буду собираться потихоньку, потому что, ну как потихоньку, мне нужно спешить очень сильно, поэтому я буду очень быстро собираться и вам что-то рассказывать. Короче, все нормально. Надя сказала, что она тоже не успевает, поэтому выйдем чуть попозже. Я не буду рассказывать, что будет еще сегодня, потому что сегодня будет просто офигенный день. И завтра тоже. Завтра у нас конкурс. Это будет сумасшедший день, офигенный день. Короче, мы встретились уже с Надей, нифига не видно, потому что как из жопы. Привет, друзья мои, которые будут смотреть это видео. Мы уже закончили нашу репетицию. Я ничего не снимала, потому что это было... Но это была самая трудная репетиция. Мы прогоняли наш сложный номер. Она сколько раз? Не знаю, раз 6. Раз 6-7. И это на самом деле это очень много. У нас танец длится 4 минуты, и там, ну вообще. Ну, 3:40. А, 3:40, да, извините. Ну, то есть это вообще. Это убийственно. Мы сейчас идем, нам уже плохо. Самое интересное, что у нас еще вечером репетиция. Круто. Мы сейчас идем на своем районе и зайдем сейчас в кафе. Чуть не упало. Кофемолк. Чупа-чупс похож. Будешь кушать? Привет. Елась. Все. Не видно, кстати, что она горит. Совсем не видно. Я вырубил. Ты что, охренела? Деточка, ты с огнем играешь. Я вспомнила, помнишь? Мы вот так вот выходили и танцевали со свечками на... Когда я этот Убер? С тобой не писал. Тихонович, да. Тихонович. Yes. Почему ты не снимаешь себя? Потому что я урод. Я так видно? Да. Мания. Давай. Как начинать? Начеркай. Еще ничего, 22. Давай. Умный вид, главное, сделать. А почему красная, как учить? А не знаю, я пошли не могу. Хватит, хватит. Все, давай. Моя роспись. Кстати, надо что, да? Надо не могу. А твою писать? Алиса, это твоя. Я пишу по своему. Можно писать, ага. Я уже дома сейчас буду убираться в комнате, потому что немного грязно. И сейчас сходила, получила свои отметки. Ну, вроде нормально. Вот. Поэтому сильно не расстраиваюсь. Хотя очень расстраиваюсь насчет двух предметов. Короче, ладно, не важно. Сейчас буду убираться, и потом в 5 часов поедем встречать кое-кого. В общем, все увидите, и в 5 часов мы будем выезжать. Вот. Класс. Уже выхожу на репетицию опять, на вторую за день. А пока я переложу свои вещи, покажу Наде, потому что у меня гигантский портфель сзади, выглядит, как будто я надутый шар. Если говорить честно, у меня это не получилось. Его найдет Надя. Как мы с тобой давно не виделись. Так, во-первых, ты должна посмотреть это видео. Во-вторых. Все хорошо. Пойдем. На. Что это? За все хорошее. Я просто с ней это. По мячам. Это за сеанс. А, все ясно. Она сказала, что она приедет в 6. В итоге. Сейчас у нас миссия. Уже 18:49. Миссия. И у нас миссия найти коваль. Ой, снег пошел! Коваль снег встречает! Помахай ручкой!
Это повар. Я просто не засняла, как мы встретимся. Мы встретимся еще завтра утром. Может, у нас иначе. Следующая миссия. Нам нужно успеть на танцы. На танцы! Которые уже начались, как бы. И нам нужно доехать по городу. Девочки, мальчики мои, вот, короче, если вы смотрите, пожалуйста. Я в шоке. Я до сих пор не знала, что Коль приехала вообще. Эта тетка меня очень бесит, очень бесит. Миссион почти комплит. Мы сели на троллейбус, который хотя бы едет до завтра танцев. Завтра Лиса будет. Да, прям даже снять должна. Нашу едем всю. Туда, все. Моя любимая, можно? Короче, у нас закончилась уже тренировка, и так как у нас завтра конкурс, мы остались чуть-чуть пройти, потому что все не очень круто. Кончай. Просто хочу показать, что у нас там с ногами случилось, как бы, после тренировок. О, да. Очень интересная и вот ситуация. Ай, она прилипла к носку. Короче. Вот, и вот тут вот ушибочки всякие. У Алисы там вообще сказка сказочная. Короче, у меня тут это, и у меня тут у меня здесь еще ушиб на это, как это называется? Я себя чувствую балериной, серьезно. Сейчас 11:30. Мы идем по бульвару, идем в аптеку, потому что все ноги в крови, нужны пластыри. Мы готовимся, пожалуйста, как можем, просто. Да. Мы сейчас идем в аптеку, опять же таки, я говорила уже, за пластырями. Вот, и потом уже пойдем по домам готовиться, вставать, наверное, в 4:50. И... Классно, да, ребят? 4:50, мне в 5. Ну, читайте то же самое. Да, короче, увидите все в завтрашнем влоге. Уже будет, типа, влог у вас второй. Блин, прикольно. Ладно, все, я с вами попрощаюсь, и Надя с вами попрощается.